180 тысяч тонн снега вывезли коммунальные службы за минувшие выходные с улиц города. Мокрый снег продолжится и в последние дни осени. А зима в Чувашии начнется морозами до минус 20 градусов. Ночью с 28 на 29 ноября синоптики ожидают мокрый снег и юго-западный ветер с порывами 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до минус 5, днем от минус 1 до минус 6. В среду 30 ноября местами пройдет небольшой снег, температура понизится до минус 15 ночью, на дорогах образуется гололедица. В четверг 1 декабря похолодание продолжится, ночью температура упадет до минус 20 градусов. Днем ожидается от минус 9 до минус 14 градусов. И гололед.